Ну, я боюсь. Ой, и писька еще торчит. Что? Ты где Ваш пес, да? Тайсон зовут, оказывается. Вон хозяйка, иди хозяйка. Хозяйки, иди, иди, хозяйки. Он с нами идет. Именно почему Тайсон? Это же все-таки сучка, а не кобель. Вот это сучка? Да. Ты же говоришь, писька. Что, не вразумеваешь, что кобеля отключить, что ли? Да. А что без поводка там? Да. Да ну кто-то, бери его, потащи, он не пойдет. Да не бойся, не бойся. Она одну собачку не сожрала она. Да какой сожрала? Все, пошли. Стол и вот эти вот скамейки, они сделаны из палета, да? Из европалета. Из евро? Европалета называется. А, европалет называется. И то, что вот мягкое сиденье, да, вот сверху серого цвета, это получается просто поролоном тканью зашито и все. Вот так вот. Это вот кафе «Жибек» на Шевченко, Камовая, Портера. Твою пиво напополам. Угу. Там можно приехать, посмотреть. Хорошо, хорошо, спасибо большое. Ничего не нужно. Подписывайтесь на мой канал. Один, ставьте лайки. Делитесь и оставляйте комментарии. Всем оптимизма!